Вітаю вас, ми знову в студії прямого ефіру, це репортери, мене звуть Григорій Блайда. В найближчі 25 хвилин ми говоримо з експертом про вибори. А, власне, якихось два тижні лишилося до того, як ми знову цього року підемо на дільниці голосувати. Нагадаю, це дострокові парламентські вибори, і які відбудуться за змішаною системою. Половину депутатів ми обираємо за партійними списками, а половину голосуємо за певного кандидата від свого мажоритарного округу. Це той для тих, хто забув і не замислювався про те, як це відбуватиметься. Власне, Михайло Кацин, політичний експерт в нашій студії. Михайло, я вітаю вас. Здравствуйте. Це 21 липня, це останні вибори цього року? Бо подейкують, що, можливо, восени нас сюрпризи ще очікують. Все будет зависеть, во-первых, еще раз, Григорий, спасибо большое за приглашение. Приятно снова быть на вашем телеканале «Репортер». Все будет зависеть от результатов и от той политической конфигурации, которая сложится после выборов. Понятно, что команда господина Зеленского, Богдана и другие деятели его команды не заинтересованы в том, чтобы провести как можно скорее местные выборы. То есть, с одной стороны, у них нет команды. Мы это видим даже по тем мажоритарщикам, которые выставляет «Слуга народа». Но откровенно говоря, это слабые мажоритарщики, просто слабые мажоритарщики. Но с другой стороны, естественно, идет падение рейтинга «Слуги народа», поскольку эта партия и лично господин Зеленский не оправдывает тех ожиданий, которые возлагали на него люди. И в этой связи вот они попадают в некую вилку. Выборы проводить нужно, потому что тогда шанс попадания большего числа депутатов в местные советы. А с другой стороны, просто нет команд, нету ячеек, нету вообще. То есть эта партия, она существует в Киеве и практически виртуально. То есть мы не видим, даже если посмотреть на список партии «Слуга народа», это, ну, в принципе, абсолютно неизвестные нам фамилии, кроме тех, которые мы знаем по актерскому поприщу. Витя, останние рейтинги, ми так скептично ставимось дещо до рейтингів, які публікуються в ЗМІ, як і ви, я гадаю. Але тим не менше, більшість аналітиків погоджуються з тим, що щотижня рейтинг партії «Слуга народу» дещо знижується. І це логічно. Саме це було логікою оголошення дострокових виборів і розпуску парламенту з боку пана Зеленського. Враховуючи це, я гадаю, що діючий президент хотів би якомога швидше провести місцеві вибори, враховуючи те, що за рік, за півтора цей рейтинг може взагалі обвалитися і на місцях він не отримує жодної підтримки. Він би хотів, але команди-то нет. І крім того, що команди нет, неизвестно, как сложится конфигурация в парламенте. Понятно уже, что «Слуга народа» не формирует монокоалицию, да, то есть, грубо говоря, моноправительство. Понятно, что «Слуга народа» должен будет договариваться. Мы примерно представляем, кто может быть партнерами по коалиции. Это может быть, с одной стороны, партия «Батьковщина», с другой стороны, это может быть ОПА-блок, то есть потенциальные партнеры по коалиции, но никак не «Европейская солидарность», это мы понимаем. И вот в зависимости, вот если создается коалиция, понятно, что эта система сдержек противовесов выстраивается, и вот от этого будут зависеть конфигурации на местные выборы. Я думаю, что партнеры по коалиции будут против выборов, потому что понятно, что через год у партий, других партий будет больше шансов провести значительно серьезные силы в местный парламент. Коли президент оголошував про розпуск Ради, всі прогнозували те, що, очевидно, це буде тріумф для «Слуги народу» і не лише за партійними списками, а й за мажоритарниками. Щойно ви коротко сказали про те, що відверто слабкі мажоритарні кандидати від «Слуги народу», від Зеленського. З чим це пов'язано і чому більшість мажоритарних округів, вочевидь, отримують і там переможуть саме ті кандидати, які вже балотувалися і вже мають успіх стосовно, знаєте, я думаю, що завдяки попереднім кампаніям. Я думаю, що тут зіграла злу шутку нека ефорія від успіхів. Да? От замечательний результат на президентські вибори. Многие говорили, что этот результат, он, ну, самый большой результат, который когда-либо получал кандидат в президенты. Но это не так. Господин Порошенко в первом туре победил с результатом 53%, да, в первом туре.
Конечно, у команды действующего президента это в определенной степени, наверное, вскружило голову, как вскружило бы голову любому. И в связи с этим они посчитали, что любой человек, идущий под брендом «Слуги народа», он может автоматически попасть в Раду. Но это не так. Давайте посмотрим. У нас есть пример ряда областей, когда идут люди, которых в принципе не знают, да, они идут под брендом «Слуги народа», и они рассчитывают на победу. Ну, вы меня извините, это так не бывает. Да, «Слуга народа» как политическая сила прибавляет там на старте 15-20%, но это потолок, это если мы не учитываем падение. Ну, как может идти вот мажоритарщик от «Слуги народа», которого не знают, например, против политика, которого давно знают в районе, например, как Сергей Васильевич Кивалов по Приморскому району, который очень много сделал для района, который очень хорошо знают, у которого ряд социальных программ, и политик, который уже в течение 20 лет как раз развивается и который проводит свою политику именно в рамках Приморского района. И мы видим с другой стороны, вообще никому неизвестное лицо без какой-то конкретной программы. Но естественно, что тут симпатии, я думаю, что во многом одесситов, они будут в сторону Сергея Васильевича Кивалова, просто потому что его знают и знают, какую политику он проводит. То же самое по другим округам, по Малиновскому району. Есть депутат, там, господин Геннадий Чикита, да, он депутат уже, можно по-разному к Чиките относиться, но он депутат уже в течение там нескольких созывов. С другой стороны, кто идет от «Слуги народа» по Малиновскому, его люди не знают. Ви ж як експерт розумієте, як політтехнолог, що навіть не розкручену людину, навіть невідомого політика, чи навіть не політика, а просто якогось громадського діяча, там, ресторатора, там, лікаря, можна зробити зіркою політичною за якихось там лічені тижні, лічені місяці і підвести його до перемоги в разі, якщо застосовується адміністративний ресурс на його користь. Навіть стосовно команди Зеленського, ми не бачимо жодних намагань якось розкручувати і якось демонструвати впевненість у їхній перемозі. Ну, во-первых, щоб використовувати адміністративні ресурси, його потрібно мати. І потрібно також мати їм користуватися. І тут, учитывая цей баланс сил, який сложився в центрі, и в областях, не очевидно, что сейчас команда действующего президента обладает именно реально этим инвестиционным ресурсом, потому что Кабмин не их, а все советы на местах они не контролируют. То есть достаточно такая сбалансированная ситуация сложилась, при которой администрация президента, теперь офис президента, не может напрямую влиять на позицию своих кандидатов в Совет. И при этом я с вами не соглашусь, даже если тебя поддерживает сильная партия, но при этом ты неизвестен людям, ты не можешь просто взять, зайти на мажоритарный округ и победить. Но не бывает так. То есть нужно проводить серьезную работу. А я вам скажу более того. По Малиновскому району, по другим районам было достаточно много сильных кандидатов, да, и в принципе по другим областям, которые могли бы пойти, например, от «Слуги народа». Но от «Слуги народа» пошли те кандидаты, которых в принципе не знают. Ну, как это понимать, как оценивать, это уже... Можно, давайте погадаємо тут разом, чому так сталося. Це свідомий, як то кажуть, злив округів, чи просто неграмотна, нерозсудлива політика з боку команди президента? Я думаю, що це неке таке головокруження від успіху, про який ми сьогодні говорили. Команда діючого президента, пока оказалась неспособна не предложить какие-то смыслы. Давайте посмотрим. Уже месяц Владимир Александрович Зеленский находится на посту президента нашей страны. Мы видим какие-то программные инициативы, которые воплощаются в жизнь. Мы видим какие-то сильные кадровые назначения. Даже по кандидатурам губернатора Одесской области, которые предлагались командой Зеленского, неоднократно возникали сомнения у активной части гражданского общества. То есть той части гражданского общества, которая поддерживала Владимира Александровича на выборах президента. О чем это говорит? Что здесь есть определенная
соответствие ожиданиям, которое было у людей. И мы видим, что происходит на внешнеполитическом фронте. Российская делегация... А можливо, це стратегія від самого Зеленського і його команди жодним чином не порушувати цей такий баланс і цей рейтинг, який зараз там приблизно 40%, так кажуть, він так зупиниться, і ні в якому разі не робити нічого, щоб це зіпсувати. І тому жодної активності, жодної ініціативності з його боку. Ви знаєте, не буває так, рейтинг сам по собі, він не тефлоновий, да? Він не може вічно бути, условно говоря, на високому рівні температури. Да? Безусловно, рейтинг він знижується. І в відсутствии реальних ініціатив. Но люди же видят, что на внешнеполитическом фронте с приходом новой команды президентской пока нет никаких успехов. Пока мы видим неразбериху, конфликт между, с одной стороны, офисом президента и министром иностранных дел. Мы видим, как российская делегация, делегация страны-оккупанта, аннексировавшего наш Крым, она возвращается в ПАСЕ и так далее, и так далее. То есть мы видим такие вот точечные проигрыши Украины с приходом новой власти, нового команды, нового президента. Естественно, людям постепенно пропадает у людей вот этот некий туман, некое опьянение, которое было объективно, потому что люди поверили в мечту. Вы понимаете, сам запрос на что-то новое, он никуда не делся. Люди хотят новое, люди хотят внесистемного кандидата. Именно поэтому мы видим, что идет определенный переток голосов от Зеленского к Вакарчуку. Просто общество сейчас так структурировано, что именно вот этот вот сегмент, который занимается «Слуга народа» и «Голос», превалирует над всеми остальными. Общество требует перемен. Перемен требует сердца граждан. И в силу этого, конечно же, Зеленский и «Слуга народа», они теряют, немного проседают на фоне того, что, ну, это теперь, по сути, правящая команда. Но, с другой стороны, «Голос» приобретает. Но обращаю ваше внимание, что эти голоса не уходят. То есть люди по-прежнему хотят вот внесистемного політика, внесистемну політичну силу. От як-то так. Давайте про інші політичні сили і актуальні питання, про те, що, про що говорять люди. Мене цікавить насамперед зараз відносини опозиційного блоку, так званого опозиційного блоку Вілкула і Новинського, і партії «Довіряй ділам», яка, зрештою, стала частиною, так влилася в цей опозиційний блок. От, власне, коротко історія питання. У червні партія «Довіряй ділам» має шанс вийти на всеукраїнський рівень на чолі з мером Одеси Геннадієм Трухановим, мером Харкова Геннадієм Кернесом. Не проходить і двох тижнів, як з'ясовується, що ця партія вливається в опозиційний блок Вілкула, який на президентських виборах не продемонстрував жодного успіху. Що сталося? Чому перспективний проєкт «Довіряє ділам» на всеукраїнському рівні раптом зливається з партією, яка не демонструвала жодних позитивних результатів на вибори? Давайте скажемо так. Безусловно, є сили в нашій країні, которые, и прежде всего, это такие крупные финансово-промышленные группы, которые всегда хеджируют риски. То есть они не заинтересованы в том, чтобы, условно говоря, действующий президент обладал монополией на власть. С другой стороны, они не заинтересованы в том, чтобы у оппозиции была монополия на оппозицию. Именно поэтому мы знаем, что есть ряд олигархов, как принято говорить в нашей стране, которые намеренно способствовали именно созданию вот этого конгломерата вокруг оппозиционного блока с тем, чтобы оппозиционный блок отбирал голоса оппозиционной платформы «За жизнь». Мы с вами это понимаем, что фактически когда-то монолитная партия региона на новом историческом витке с уходом господина Януковича, она потеряла единого лидера, и, по сути, последние несколько лет это был такой плавный раскол, который дошел к своей кульминации год назад. Да? И теперь мы видим явный конфликт между этими группами. И конфликт, который, в принципе, он искусственно поддерживается, потому что тут видна уже линия. С одной стороны, это Вилкул, Ахметов, Новинский, с другой стороны, это Медведчук, Бойко, Рабинович. То есть здесь вот виден вот этот вот разлом, и понятно, что это теперь две противоборствующие команды, которые не сядут за стол переговоров, я думаю, даже и перед местными выборами.
Поэтому я думаю, что здесь, конечно, вот эти вот силы, они влияют, да, и они повлияли на вот этот конфликт. Что касается «Доверяя делам», я считаю, что вот сам проект «Доверяя делам», он достаточно интересный. Это действительно вот как вот такая партия мэров городов Украины, партия хозяйственников, которая идеологически, она как бы возникает из идеи децентрализации. Сильная региональная позиция. Сильная региональная позиция. И тот факт, что вот пока она как бы идет с оппозиционным блоком, я считаю, что это плюс оппозиционному блоку, но минус «Доверяя делам». Но, впрочем, реанимация вот этого вот проекта именно на всеукраинском уровне, она возможна. Я в это верю. И опять же, нужно четко понимать, что сама философия, которая заложено в основу функционирования «Доверяя делам» и даже самого проекта на всеукраинском уровне, и та философия, которая есть как бы на уровне ОПБлока, это тоже две разные философии. То есть мы сейчас видим некий неприродный союз, который все равно он распадется и все равно будет возвращение к проекту «Доверяя делам». Мене, власне, цікавило, чому він стався, цей неприродний союз. Це просто якась передвиборча певна технологія, чи просто цей проект продали там? Нет, я думаю, это передвиборная технология. Было понятно, что, учитывая вот расклад избирательный и так далее, вот мажоритарщики от «Доверяя делам», они однозначно проходили в парламент. Что касается списка, учитывая то, что есть список и ОПБлока, и оппозиционной платформы «За жизнь», понятно было, что, скорее всего, «Доверяя делам» не добирает. Я думаю, что здесь был определенный страх, в том числе, да, то есть было поэтому желание объединиться. Какой кумулятивный эффект даст вот этот союз, мы видим на парламентских выборах. Одно понятно, что вот эти 2-3 недели, когда вот была вот сложная перестройка, потому что вот разные лозунги, разные бренды, это все нужно было как-то соединить. Вроде бы это вот все прошло. Мы видим, что сейчас идет оппозиционный блок под лозунгом, слоганом «Доверяя делам». И, конечно же, учитывая тот потенциал ресурсный, который есть на уровне областей, объективная поддержка, которая есть у господина Труханова, господина Кернеса, у других мэров, эта политическая сила, она может пройти оппозиционный блок в парламент. Другое дело, конечно, что у него будет меньше голосов, чем, ну, очевидно, оппозиционная платформа «За жизнь». Но вот если мы говорим, опять же, о проекте «Доверяя делам», на мой взгляд, все равно рано или поздно наступит этот развод. И «Доверяя делам» как некий вот такой вот альтернативный проект, проект, созданный в рамках децентрализации, он снова выйдет на авансцену украинской политики. Інші впливові гравці політичної сцени, передвиборчої сцени – це «Європейська солідарність» пана Порошенка і «Голос» пана Вакарчука. Власне, їхні перспективи і чому за останніми, знову ж таки, рейтингами «Європейська солідарність» отримує якихось там 7%, враховуючи те, що рейтинг вже екс-президента Порошенка все-таки разів 3-4 більше. Ну, во-первых, рейтинг Порошенко действительно был выше, чем сейчас у партии «Европейская солидарность», но это было на уровне, то есть на фоне выборов, когда все, в принципе, наэлектризованы. И в этом смысле не стоит рейтинг личный как бы перекладывать на рейтинг партии. С другой стороны, «Европейская солидарность» в очень выгодном положении. Почему? Потому что вот сейчас, наоборот, идет приток голосов в эту политическую силу на фоне чего? Те люди, которые потихонечку откалываются от «Голоса» и «Слуги народа» с следующей мотивацией. Вот наигрались, вот хватит, ну, лучше уж было то, что было, чем то, что есть сейчас. Они уходят опять в «Европейскую солидарность». До статистики, так? Из пиваки. Это от, да, то есть есть небольшой переток от «Голоса народа» и «Слуги народа», от «Голоса» и «Слуги народа» к «Европейской солидарности». Но, конечно, больше переток голосов идет от «Слуги народа» к «Голосу», потому что Зеленский и Вакарчук – это как бы два внесистемных политика, как считали. Да? Что касается Юлии Тимошенко, я думаю, учитывая ее опыт, учитывая то, что она как бы перевела дыхание после президентских выборов, у нее есть серьезные шансы возглавить Кабмин после этих выборов, учитывая то, что, как мы уже сегодня говорили, «Слуга народа» не сможет сформировать единолично правительство. Я думаю, это очень хорошо, поскольку создание единоличного правительства одной политической силы опровергает
то, что когда-то сказал уважаемый Леонид Данилович Кучма, и делает Украину России. Поскольку Украина – это демократическая страна, а не авторитарная, как Россия, правительство должно формироваться несколькими политическими силами. Щодо прем'єра, тим часом в ЗМІ розганяє опозиційну платформу «За життя» такий же меседж, але відносно вже їхнього лідера Юрія Бойка. Буцімто, давайте Бойка будемо ставити прем'єром. І хто за це, голосуйте, так, за опозиційну платформу «За життя». Таке одне з гасел їхніх. Якщо цього не станеться, чи можна прогнозувати, що ймовірний другий, так, срібний призер цих перегонів, власне, піде в опозицію до більшості. Я би обратив увагу на ті процеси, які відбуваються вокруг центральних общоукраїнських каналів. Объективно мы видим некое сосредоточение медийного ресурса вокруг оппозиционной платформы «За жизнь» и лично лидеров оппозиционной платформы «За жизнь» — это Юрий Бойко и Виктора Медведчука. И я думаю, что это неспроста. Я думаю, что эти медийные ресурсы, они будут наращиваться. И это еще один аргумент в пользу того, что, несмотря на появление Фейсбука и Инстаграма, телевизор по-прежнему остается весомым источником информации, источником агитации и контрагитации для политиков. Зрозуміло. Останнє питання не стосується виборів, але стосується безпосередньо політичного життя. Конституційний суд України почав розглядати можливість скасування закону про люстрацію і вже подейкують, що до вересня, до оновлення складу Конституційного суду, цей закон може бути скасовано. Це справедливо, на ваш погляд? Я считаю, что это справедливо, потому что закон о люстрации – это был одним из тем законов, которые вкинули в общественное пространство. Это был один из первых законов, который прошел на ура в обществе на тот момент, но тем самым показал той власти, что путем популистских законов можно закармливать украинское общество, и тем временем украинское общество будет забывать о реальном недостатке реальных реформ. Это очень серьезная история, потому что мы видели, что с 2014-2015 года предыдущая власть, она выбрала некую такую логику, периодически вбрасывать такие контроверсионные темы, создавая некий такой образ, да, образ врагов, да, и тем самым зарабатывать себе дополнительные очки. Я считаю, что если мы говорим о европейском развитии Украины, о движении в сторону Европейского Союза, необходимо подходить селективно к очень щекотливому вопросу по люстрации, да, потому что бюрократический аппарат, чтобы обеспечивать функционирование государственной машины вне зависимости от власти и наказывать бюрократический аппарат за то, что кто-то когда-то занимал какую-то должность во времена господина Януковича, я считаю, не совсем справедливо. Кроме того, вы знаете, если мы двигаемся в Европейский Союз, и если мы откроем решение суда Европейского Союза применительно, например, к свободе перемещения лиц, да, на внутреннем рынке Европейского Союза, то там одно из решений суда говорит о следующем, что человек не может быть дискриминирован на основании своего статуса, да, или принадлежности к той или иной группе, а только на основании personal conduct, то есть собственного правонарушения, да, или возможности такого правонарушения. Почему человека, который исполнял свои полномочия, у которого исполнял свои обязанности, к которому не было претензий, он должен быть люстрирован и потерять возможность работать? Я считаю, что это просто идет выхолащивание бюрократического аппарата, ведет нашу страну в тупик. Я считаю, что подобные реформы, они именно контрпродуктивны. И коротко, буквально хвилина, чи не викличе скасування, можливе скасування закону про люстрацію, народний гнів, ганьба, тощо, враховуючи те, що в прихильників Майдану подій 2014 року це була одна з головних цілей, мрій, мантр, заборонити люстрацію в Україні. Знаєте, 2014 год, для мене, це прежде всего не революція, проявление достоинства свободных граждан, которые вышли против Януковича, обманувшего, да, их, обманувшего европейские выборы нашей страны.
А многие люди, они не выступали за закон о люстрации, они просто рассматривали сам закон о люстрации, как его преподносили, как часть светлого будущего нашей страны. Но прошло 5 лет, и мы не видим вот этого вот светлого будущего нашей страны. То есть там, где мы стояли, вот посмотрите, каждый избирательный цикл, мы начинаем с того, что предыдущие 5 лет было все плохо. Именно поэтому, я думаю, что за это время люди хоть немного поумнели и стали более критично относиться к тому, что им говорят. И поверьте мне, те, кто выступают слепо за сохранение этого закона о люстрации, они исходят из чисто каких-то пропагандистских личных целей. Потому что не может быть такого, что человек дискриминируется по какому-либо признаку, а при этом никто не рассматривает, виновен ли он, совершал ли он те или правонарушения или нет. Может быть, он замечательный специалист, который просто попал под эту гребенку иллюстрации, и при этом его отсутствие в бюрократическом аппарате как раз вредит, идет во вред не ему, а всему бюрократическому аппарату и, как следствие, государству. Дуже дякую, Михайло, за цікаву співбесіду, спілкування тут на нашій студії. Як завжди, дуже цікаво з вами спілкуватись. Приходьте ще і до виборів, гадаю, буде ще кілька приводів, спасибо, принаймні дуже, кілька приводів, щоб зустрітись тут. Дякую ще раз, лишайтесь з репортером, щасти вам.